соціальній мережі ми знайшли публікацію про те, що в магазині до Ярушка продають неякісні товари. Отож, перевіряємо, що там відбувається насправді. Гамбургер без холодильника. На такі готові страви мають бути документи та декларація якості, адже дуже часто їх продають несвіжими. Добрий день. А ви не підкажете, от у вас гамбургер храниться без холодильника? А скільки так можна? А як нам це знати? А спорим, що не сьогодні? З вами. Сьогодні 28-го, тут вжити до 28-го. Как это до 27-го? Ее сделали дня 3 назад или 2. Сколько у вас хранятся вообще? 72 часа. Вжито... Хорошо, когда она была сделана? Если в часах до 28-го по времени... До 28-го сколько времени? Она уже просрочена. Да, время сколько? Часы. У вас 72 часа срок реализации продукции. Сколько часов он был сделан? Он делается утром обычно или ночью. Правильно? Ночью работает. Вот, у меня вопрос. Когда цех сделал эту продукцию? 72 часа. С какого времени? О, ушов в холодильник. І таких продуктів тут безліч. Вони неякісні. Опять 28-е. Ну, вона у вас просрочена, а що тут такого? Вона не просрочена, сьогодні 28-е. Вжити до 28-го, до 28-го. Какого? У вас 72 часа. Плюс. До свидания. Я говорю, до свидания. Вон дверь. Я не хочу. Ну, сорі. Ну, я бачу. Можна інформацію як споживачу про ваші вареники з картоплею? Дзвоніть на гарячу лінію. Яка гаряча лінія? Я вас хочу купити зараз. Ви можете мене обслужити, надати мені інформацію? Ні, я не можу, я не хочу вас. Чому? А чому? Не подобаюсь. Отже, нічого мені не продадуть. А ще на стінках холодильника грибок, а в магазині дуже неприємний запах. То в чем проблема? Филешка 96 часов, курятина в среднем 96 часов хранится. Что-то меньше. Суповой набор, допустим, или шея куриная может храниться и 24. Вот. Опять же печень. Печень тоже в среднем так 48, может больше. Надо смотреть по ТУшке, по нормативным документам, которые сделаны. Блинчики, вот там можешь обратить внимание. Котлетки, все, это вот голубцы, это из глубокой заморозки. Они их тут дефростируют. Дефростация тоже долго не проходит. Дефростация – это разморозка простым языком. И она не хранится уже полный срок, как она по маркировке полгода. Вопрос, они вообще как, на каком основании решили глубокую заморозку торговать в плюсовом холодильнике? Вы не подскажете, вы торгуете блинчиками и, я смотрю, котлетами с глубокой заморозки. Ой, вывечки. Не, вы не даете, но вы же продаете при этом. Или вот как вы дрожжи, они же должны быть в холодильнике, правильно? Только приехали, я уже. 257. Они горячие, куда вы их уже берете? А где у вас заборные листы, где вы указываете, когда вы кинули на дефростацию, на разморозку или на реализацию этой продукции? Такого листа нет вроде бы, я не знаю. Вы когда смену сдаете, вы списываете эту продукцию? Конечно. То, что негодное у нас. А списания у вас со вчера остались? Со вчера мы все отдаем. Висновок. Продукти в цьому магазині дійсно зберігаються неправильно. Багато прострочки, а зіпсовані продукти наносять шкоду вашому здоров'ю.